Пляж не для пассивного отдыха. При желании песчаный берег можно превратить в отличный спортивный объект, что и сделали в Самаре, которая уже стала столицей пляжного спорта России. Уже традиционный городской чемпионат по теннису с каждым годом собирает все больше участников. На соревнования на Волжском песке едут со всех уголков. Это первое соревнование такого масштаба для меня. Я участвую в Самаре. Поэтому мне все нравится, все располагает, позитив такой, эмоции. Все отлично, мне нравится. Пляжный теннис – сравнительно молодой вид спорта. Спортсмены играют особыми ракетками, без струн. Мячи тоже специальные, слегка сдутые. Все удары наносятся с лету, поэтому немалую роль играет физическая подготовка. Игра азартная, быстрая, мужская, можно сказать. Развивает реакцию. Все физические способности, да, по песочку бегать тяжело, прыгать. Чтобы спортивный азарт не угас и было где тренироваться, пляжный корт в будущем планируют сделать более комфортным для участников и зрителей. Мы обсуждаем вопрос, каким образом нам более усовершенствовать площадку, для того, чтобы она была, скажем так, как интересной в плане проведения соревнований, так и для зрителей более комфортной и более зрелищным было данное мероприятие. Буквально через несколько дней после городского здесь же стартовал российский чемпионат по пляжному теннису. Дмитрий Курдин со спортом на короткой ноге. Рассказывает, раньше занимался волейболом, а потом увлекся пляжным теннисом. Да так успешно, что получил звание мастера спорта. Что может не нравиться, когда пляж, музыка, хорошее настроение. Конечно, нравится. Около сотни спортсменов из разных городов страны сражались за звание чемпиона России. Здесь меньше спортивного такого составляющего, здесь больше дружеское общение и удовольствие от игры. Среди команд есть как профессиональные теннисисты, так и любители. Мы всегда проводим еще и турнир так называемых чайников, когда каждый желающий может взять ракетку, поиграть на площадке, и мы даже даем специальные призы для победителей чайников. Это тоже важно, и мы знаем, что из чайников выросли уже хорошие, настоящие теннисные спортсмены. Рядом с теннисным кортом современный стадион, где прошел чемпионат России по пляжному футболу. Первомайский спуск на 4 дня – центр притяжения всех ценителей этого вида спорта. Комфортабельный стадион для соревнований возводили буквально на глазах самарцев. Все строгие требования к спортивному объекту соблюдены. Главное – безопасность спортсменов и удобство для зрителей. Я уверен, что все болельщики, которые придут сюда, получат заряд положительных эмоций и, соответственно, поболеют за нашу команду, поддержат ее. Я думаю, она, наша команда, вот то место, которое она сегодня день на первом этапе заняла, третье, ни в коем случае не опустится ниже. Чемпионат разделен на 14 туров. Они объединены в несколько этапов. Самара приняла эстафету от Питера, где пляжные крылья Советов показали достойную игру. Эти соревнования, по мнению экспертов, реальный показатель уровня команд. По мнению большинства участников, экспертов, чемпионат России по пляжному футболу на сегодняшний день неофициально считается сильнейшим национальным первенством в мире. Ну, возможно, что в том числе и успехи национальной сборной России по пляжному футболу, которых, надеюсь, знаете, связаны непременно с этим фактом. Изнуряющая многодневная жара сменилась долгожданной прохладой. Пасмурно, плюс 19, легкий ветер. Для пляжного волейбола практически идеальные условия. Но даже если воздух прогреется до 30, соревнования продолжатся. Для пляжного волейбола температурные ограничения не предусмотрены, в то время как соревнования по классическому запрещают проводить при температуре в зале выше 25 и ниже 16 градусов. Многие спортсмены пришли в пляжный волейбол из классического именно из-за его большей свободы. Это более беговой спорт, ну, в смысле, передвигательный, как это выразить, я не знаю, много беготни. В классическом 6 человек, там тебя могут прикрыть. Здесь играют двое, поэтому много надо двигаться. Партнеры в пляжном волейболе понимают друг друга без слов. У спортсменов своя система знаков. Буквально на пальцах, но обязательно за спиной, чтобы не увидели соперники, они разрабатывают стратегию. Кто принимает мяч, кто делает блок и куда направится пас. Мой партнер, к сожалению, уехал обычный. И я играю на этих соревнованиях с другим партнером. С ним мы мало играли. Сложнее, наверное? Будет сложнее.
Обычно спортсмены играют босиком, потому песок должен быть идеально чистым. Песок тоже разный бывает. У нас как бы пляж позволяет, то есть именно играть в пляжный волейбол в том виде, в котором должен быть. То есть хорошая песчаная подушка. Вот, она тоже, конечно, очень сильно влияет. И на качество игры, и на ее скорость, вот, ну и на физическую нагрузку, которую получает спортсмен. Самарский пляж пользуется большой популярностью. Этап чемпионата России по пляжному волейболу проходит здесь уже не в первый раз. Спортсмены из разных городов России, 8 женских команд и 8 мужских, будут бороться за максимальное количество очков. Наши представители всегда находятся в рейтинге лидирующих команд по пляжному волейболу, поэтому надеемся и желаем нашим волейболистам только победы. 20 июля стали известны команды-победители. Они отправятся на следующий этап соревнований бороться за звание чемпионов России по пляжному волейболу.